Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушки Don't Starve Together с эпическими гигантами. Играем за Викрит, и в принципе, в данной серии, я думаю, будет немножко поспокойнее. Пора уже себе делать какую-то основу для выживания, по крайней мере, для того, чтобы мы не сдохли здесь. Нужны воскрешалки, а то, блин, данный сезон закончится, пока неохота мне, чтобы он заканчивался быстренько. Поэтому, наверное, полезем сейчас в пещеру. Попробуем найти зайцев. Ну и как-то потихонечку обустроим базу. Уже какие-то вещи я нашел. По крайней мере, две хижины, где появятся у нас зимой макбивни, я нашел. Где бифла находится тоже. В принципе, можно их побрить, себе шапочку сделать. Так, пока убираем какие-то вещи сюда. По поводу модов, да, мне уже опять начинают подсказывать, типа, поставь там какие-то там моды на мини-карту, на всякое вот это. Это все для новичков, мне оно нафиг не нужно. И часть из этих модов облегчает игру. Мне нужны моды, которые облегчают игру. Так. Сундуки пока ставлю вот такие. Со скинами будем позже ставить какие-нибудь. Ну, для драгоценностей какие-нибудь другие будем потом ставить. Пока ставлю именно вот такие. Так, по-моему, куда-то сюда я запихивал. Нормально уже так паутинки набралось. Потом будем все это расфасовывать. Куда, пока не знаю. Так, лечилка пускай будет на всякий случай, хотя она мне нафиг не нужна. Так, это скушай. Так. Грибы запихиваем. Так. А, нет, зачем я так делаю? Так вот. Так. А, говнецо можно так накинуть. Так, возьмем тефтельки, наверное. По-хорошему мясо. Блин, по-хорошему все это сушить. Сушилки. Я не знаю, пару сушилок пока сделать. Тем более у меня вот веревки есть, отлично. Вот веревки. Так, изучаем. И я смогу сделать еще 6 веревок, наверное, да? Трава, блин, трава вот. Вот сюда сейчас побежим, соберем травку и... Черт, мне еще сажать нужно ее. Ё-моё, когда все это делать? Так. Давайте, да, сделаем. Так. Хотя бы несколько сушилок. 3 сушилки хотя бы поставим. Вообще, нам нужно штучек 20 будет их. Где-то так. Вот это с собой возьму, потому что с оружием, я смотрю, у меня тут проблемки, пока я золото. Вот как сделаю мясное чучело, тогда и будем. Так, на цилиндр у меня есть, поэтому давайте сразу себе забахаем цилиндр. Ну, кстати, его можно иногда носить, но я рассудок и так поднял уже. Так, отлично. Так. Сушилки поставим, наверное, куда-то. Я пока даже еще не понял, какой план базы будет. Где-то будут кролики, где-то свиньи. Свиньи будут, наверное, стоять где-нибудь вот здесь вот. Да, вот здесь, наверное, будут где-то деревни свиней. Кролики, может, где-то тоже где-то здесь будут. Или вот тут деревню свиней сделать. Я не знаю пока. Так, вот так вот у меня котлы будут стоять с холодильником. На котлы нужно много веток. Веток у меня тоже нету пока, поэтому делать пока не буду. Так, вот так вот, наверное, где-то сундуки. И где-то вот тут, наверное, поставим сушилки. Просто пытаюсь рассчитать с таким расчетом, чтобы... Снежкометка потом влезла посередине здесь. Так.
давайте начнем потихонечку вялить мясо. А, это пока все оставлю здесь. Факт, да некуда все это оставлять, ё-моё. Так. Давайте сделаем себе еще один сундучок вот такой вот. Так. Поставлю вот сюда вот его уже. И сюда уберу пока мясо. Холодильник я могу сделать, но... Я боюсь, что я поставлю холодильник, и у меня так компактно не поставится казаны, как я хочу. Так, что-то у меня закончилось. Не, кремень на месте. Трава закончилась. Так, еда есть. Если что, я скину. Все, побежали в пещеру. Побежали, соберем веточки. Наверняка там уже падают веточки. Из кустиков. Блин, сейчас уже зима. Скоро. Так, зима скоро, значит нам... Бритву не хочу я новую делать, их веточек мало. И, по идее, у меня в сундуке веточки посадить, что ли? Давайте посадим сразу. Так. Это заберем. Так, куда лучше это сделать? А я даже не знаю, пока... Где-нибудь здесь воткну. Там потом будем разбираться, куда все это девать. Так, так. Все. Эпика немножко было в прошлой серии. Убивали мимика. Мимика, правда, что-то он быстро как-то сдох у нас. Я что-то надеялся, что помощнее. Причем по умолчанию, может быть, там побольше жизни ему можно было сделать. Было бы, наверное, повеселее. Я не смотрел, там настраивается или нет. Так, где-то у нас тут... Я Честера оставил, ё-моё. В нем. В нем у меня лежит кирка. Ладно, новую сделаем, не страшно. Так, собираем травку, собираем веточки. Черт, а зима через 2 дня, ё-моё. Фак. Там уже нужно будет бегать за макбивнями. Что мне еще на зиму нужно? Шапка, камень-грелка. Камень... Камня мало, кстати, осталось. Чего? Собаки бегут? Твари рядом, говорит. Наверное, собаки бегут. Да, собачки бегут. Там, по-моему, 4 собачки. Я думаю, как-то мы с ними сейчас справимся. Так. Шлем у меня более-менее. Вообще, можно было в пещеру сейчас нырнуть. И все. Так. Ладно, это потом заберем. Топор я здесь оставил, да? А, нет, топор валяется от скелетика. Вот сейчас собак на пчел натравим, да и все. Кстати, мне, наверное, выгодно долбануть там веточки. Мы можем подойти спокойно, да. Нам никто не мешает это сделать. Так, так, так. Конечно, алтарь, офигеть. Ой, ты черт, что ты делаешь? Черт. Ладно. Пару раз можно и стукнуть. Кстати, давайте стукнем еще. Не, больше не хочет мед. Я просто хотел на халяву мед добыть. Так, собаки, давайте быстрее, сейчас уже темно станет. О, прибежали. Так. Я не понял, на кого бегу. Ладно, пофигу. Так. Забрали. Собака ко мне? Да, ко мне. Так, забрали. 4 штуки. Это забираем все, бежим отсюда. Бежим, 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 бежим. Так, покушать у меня есть. Так. Засада. Придется бегать. Где факел? Придется бегать, просто собирать, потому что... Не вскрою я воронку. От подземелья.
от пещеры. А, кстати, Бифло далеко, побрить бы их сейчас. Бифло недалеко, вот как раз этим и займемся. Нужно побрить. И одного-двух убить, если получится. Может, выбьем с них. Так, где вы? Во. Отлично. Отлично. Тем более, сейчас они, кстати, зимой станут... У них там период размножения какой-то. Поэтому мы вот так вот сделаем. Еще есть? Есть еще тут кто-нибудь? Да не, их не 4 штуки же. Вот еще. Норм. Норм. Я двоих убьем, а те пускай живут. Так, кушаем. Шапочку. Хочу шапочку. Хотя, может быть, будем носить шапочку от Макбивня. Это нам рассудок будет поднимать. Что довольно-таки неплохо. Так. Отлично. Я не знаю, какули, зачем я какули взял. Пригодятся. Ай-яй-яй! Черт, не хватает, все, уже зима на подходе. Зима на подходе, а там циклоп уже скоро придет тогда. Сейчас Бифло шатнем. Так, вы что тут, не дикие пока? Ну, поехали, ладно. Так. Можно и двоих было затащить, но я лучше пока с одним. Давай, один оставайся, а второй иди обратно. А вот и пещера, кстати. Ну, блин, нет, надо было подальше оттащить. Во-во-во, нормально вот так утащил. Стой, 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 стой. Стой. Можно было еще ударить. Так. Так, давай, 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 давай. Так, еще. Рог не выпал. Черт, рог не выпал. Плохо. Так, ну пойдемте еще одного того шатнем. Как раз он один. А, кстати, подождите, с него шерсть выпала. С бритого. Так. Давай, 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 давай. Сломалось. Ладно, будем этим шатать. Так. Обкакался. Что-то урон фиговый видно наносит эта бита. Я не смотрел, кстати, сколько она наносит. О, рок, ура, спасибо. Да, и шерсть. С бритых шерсть тоже выпадает. То есть вот так вот можно увеличивать количество шерсти. Так. Все это можно выкинуть. Так, вот это сюда. Зуб на всякий случай пускай будет. Делаем кирку. Мне просто еще под кроликов нужно место. Да, под кроликов нужно место, поэтому... Что бы выкинуть? Ладно, сейчас посмотрим, может, кроликов и не будет. Все, поехали! Ну, давайте, пожалуйста, кролики. По-моему, в этом биоме кроликов не бывает. Так, опять намокаем. Моя задача забрать вот это. Кстати, пещеру я так и не посмотрел. Это та пещера, в которую я хотел идти, или... Или это какая-то другая? Так. Блин, неужели с факелами придется мне сейчас бегать искать этих кроликов? Иногда бывает, заходишь, и они прям сразу сидят. Правда, не обязательно кроликов, а... Амулет? Амулеты можно сделать. У меня все на них есть, нужно только сделать шляпусник. Так, кроликов поймать, да и все. Так, а вот
Большие зайцы. Зайцы. Так, веточки. Все, пока хватит веточек. Походу нету кроликов здесь. Мне почему-то кажется, что пещера... Там еще у нас рядом одна пещера. Так. Лампочек тоже более-менее хватит. На пару... Пару светильников сделать. Сейчас уже будем замерзать. Мы еще промокли. Че, тут, наверное, не видать ничего, да? О, не-не-не-не-не-не-не. Да, сейчас начнем замерзать, еще холодно. 20-й день сейчас начнется. Начнется, блин, веселье. Так. Тут кролики навряд ли, тут тоже. Не то. Пойдемте в другую. Мыши, блин. Да, вон у меня еще одна пещера рядом. Вот пойдем туда. Кусты по-хорошему тоже эти повыкапывать. Вообще, нужно... Нужно на базу сходить. Взять нормально себе. Уже сделать теплую шапку. Выгрузить всякое говнецо. Ненужное. Сделать камень-грелку. Изучить. У меня на нее материалов немножко есть. И... Так, и уже залезем тогда в пещеру. Освободим немножко места. Кстати, где у меня кирка была? Вот, отлично. Так, так. А травы я так и не набрал, да? Травы я так и не набрал. Трава мне... Трава мне нужна. Причем... Хотя бы один светильник сделать. Где-то тут была трава. О. Черт, я траву потратил на... На факела. Так. Давай, кушай. Так. Ну, мамонт. Мамонт ходит. Но он мне пока не нужен. Так. Успею добежать до дома? Я надеюсь, мне хватит до дома добежать. Так, погнали, погнали, погнали. Давай, 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 давай. Пожалуйста. Черт. Не хочу тратить траву еще. Травы очень мало. Почти добежал. Так, где-то здесь. Вот. Вот, добежал. И уже замерзаем. Фух, нормально. Так, поехали. Мне нужен камень-грелка. Термальный камень. Это раз. Дальше мне нужна шапочка. Два. Так, клыки я куда-то складывал. Не работает мод почему-то, не работает, который показывает. То есть есть мод, который показывает, куда... Так, давай вот это сюда. Где что-то находится, когда берешь, допустим, берешь клыки, и он показывает, где у тебя в каком сундуке клыки лежат. А они у меня где-то здесь лежали. Да? Так. Дальше. Шерсть. Мне больше не нужна. Так, шапочка есть. Мясо я куда-то вот сюда складывал. Как раз обновим. Так, это тоже сюда. Покушать что-нибудь заварганить. А-а-а, вот так вот. Кстати, с медом можно было сделать. Ну, давайте, пофигу, мяса полно. Сейчас еще наберем. Так. Это пока сюда. Эти какахи ложим подальше. Так. Это съедаем. Мне нужен светильник. У меня только на один хватает, да? Ну, давайте так сделаем, пока хотя бы один. Так. Я не знаю, это я пока оставлю здесь. Это мне тоже нафиг не нужно пока. Так, мед тоже. Какахи тоже. Так, дальше что? Это мне нужно. Вот, забрал какаху, новую дал. Так, дальше, 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 дальше.
Мы нагрелись, мы немножко нагрелись. Супер. Все, пожрать у нас есть. Побежали в пещеру в ту. К зиме я более-менее готов уже. Шапочка есть. Да, шапочка есть. Еду достанем как-нибудь, кого-нибудь убьем. А вот тут у нас пещерка. Все. Голые деревья, блин. Так. Тут должна быть пещера. Все, погнали. Окей. Блин, сейчас начнем опять. Вот тут могут кролики быть. Легко. Фак, только намокать сейчас будем. Ну ладно. Фиг ли делать. Зонтик я так и не сделал. Хотя, по идее, мог бы сделать. Веточки у меня есть, и мог бы сделать. Кролики, вот тут могут быть. Главное, мне рюкзак скинуть с этими кроликами рядом. Ну, пожалуйста, кролики. Так. Вот местность похожа на той, на которой обитают кролики. Где-то рядом должны быть. Кстати, это... Ох ты... Ох ты чё? А где? Нифига себе. Два входа рядом снаружи, а внизу очень далеко друг от друга. О, алтарь. Прикольно. Давайте заберем. Пока не сильно промокли. Шапка, кстати, вот этот боевой шлем Викфрид, он более-менее так там на сколько это процентов защищает от воды, от намокания. Так, нам нужно найти кроликов долбанных. Так, приблизим. Пожалуйста, кролики. Алтарь это, конечно, хорошо, но алтарь это... В Тугезере это не очень хорошее место для воскрешения. Можно просто не успеть доползти. Если играешь в режиме выживания. А у меня именно такой. Так, тут кроликов нету. Плохо, блин. Сейчас уже пойдем на Макбивне охотиться, а я тут кроликов все никак не найду. Зайцев. Блин, я даже не знаю, стоит идти, не стоит идти. Дерево у меня есть. Кстати, можно будет что-то просто поджигать. Там вообще не похоже, что кролики живут. Совсем. Блин, вот тоже проблема зайцев найти в пещерах. Иногда их сразу находишь, а иногда нифига. Ну тут они не живут. О, зато тут золото валяется халявное. О, мышелиски. Ну тут нету. Можно побегать немножко. Черт, нет, заяц. Наверное, я все-таки с амулетами пока заморочусь. Амулеты это не проблема, золото. Золото тоже достанем. Нужно хотя бы один амулет, а потом накормить короля свиней. Дать ему всякие безделушки. А давайте потратим. О. Че это такое? А, это пауки. Это паучки всего лишь. Вылезли. Сволочи. Так. Походу, рассвет. Или нет? Почему я не нагреваюсь? Пошли наверх. А, выход тут здесь. Черт, черт. Не по плану немножко. Я думаю, сейчас быстренько найду зайцев. Сломаю их домики, потом. Потом побью их. Так. Мне опять чего-то не хватает. Чего мне не хватает? Веточек полно, у меня травы опять нету. Золота мало. Золото, кстати,
Где-то здесь я видел золото. А где кроликов вообще мне? Зайцев ловить? Маленьких. Я не нашел полянку до сих пор. Вот здесь могут быть. Опять же нужна трава. Все, пошли. Нужно сделать хотя бы амулет. А то я сейчас, можно сказать, на волоске. То есть, черт, циклоп зимой может в любое время прийти. Вообще, по-моему, первый раз он приходит 30 на 31 день. Но кто его знает? И если придет на другой день, то это все хана. Это конец. Конец всему. Да, чертова пчела еще. Вон там трава. Я не знаю, может даже ее выкопать стоит. Зимой она вроде тоже растет. Удобрять мне есть чем ее. Потому что геккончиков я не вижу. А бегать сюда за травой — это какой-то бред. А, блин, испугался. Это болото, на болоте нормально это. Всегда так. Какая-то фигня происходит. Так. Там все время кто-то дерется. Так. Вы, кстати, на болото не заходили. На болоте много чего интересного можно найти. Так. Ставим. Соберем кусты. Хотя бы, я не знаю, десяточек. И штук 10 у нас там растет около короля свиней. Все, наступила зима. Кстати, там кто-то кого-то убивает. Есть предположение, что там мясо. По-моему, мармы хрюкали вместе с кем-то там. Ну-ка. Да, мясо лежит. Так. А, мэрмы рядом. Кстати, около мэрмов где-то... О, черт! Бежим! О, кстати, в этом мире у меня тоже есть генерация с... А, пингвины появились. Кстати, снежок. Снежок. Лед уже можно будет добывать. Опять есть генерация с полем камыша, отлично. Супер. Вот сюда, наверное, какого-нибудь гиганта стоит привезти. Кстати, поле с камышом и королева пчел. Неплохо. На нее, наверное, поведем циклопа. Да, точно, поведем туда. А что-то я не понял, а что один всего, один тотем? Может, где-то еще здесь? Но это тоже мне пока не нужно. Немножко нас стукнули. Так, все, пошли, пошли дальше. Дальше. Где у меня лопата? Давайте копанем все это дело. До 10 штучек. И что-то я еще хотел сейчас найти. А, и кроликов я хотел поймать. А где кролики-то есть? Черт. Где-то я видел, когда пробегал. Мне нужно 4 кролика. Куда их сажать, я понятия не имею. Так. Честера нужно было брать с собой. Это выкидываем пока. Это забираем. Так. Так. Так, ну кролика я могу с помощью одной ловушки ловить. Одной и двух. Бьем с метеоритами. Кстати, тут золото есть. Что, а золото я заберу. И камушки у меня кончаются. Точно. Так. Нет, это пока не нужно. А вот золото я возьму. Так. Давай. Главное сделать шляпусник и пару амулетов. Эх, далеко я сейчас от базы. Мне бы там этих ребят. Так, кушать у нас есть, отлично.
Еще пещерка? Да. Я не знаю, ну давайте заглянем. Посмотрим. Вдруг тут кролики будут. Мне, по идее, морковки забрать и... Ой-ой-ой-ой, у меня тут, смотрите, сколько всего интересного. Так, это пока сюда. Удобрять нечем, да? Так вот, пошли. Какой-то шум только что был. Ну, может быть, они здесь есть, может быть. Что-то мне так... Что-то мне подсказывает, что тут их нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Золотишко не упадет? Так. Ну, хоть камушки. Кролики. Зайцы. А тут нету. Вот тут могут быть. Все, побежали обратно. Мне нужно-то всего 4 домика. 4 домика сломать. Разобрать, забрать все это дело. О, начинается. Вот место очень похожее на зайцев. Кстати, сейчас... Фак. Ну, они могут, да, вот тут похоже. Очень похоже на ихние полянки. Портал. Портал с травой. С деревом и прочей фигней. Черт, да какая фигня, что за фигня? Греться нужно. Можно, конечно, поджечь что-нибудь, но я не хочу вот это сжигать все. Это можно все выкопать, посадить к себе. Так, а у меня лечилки, лечилки есть. Сейчас полечимся. Последний костер? Нет, еще есть. Фак. Светильник, светильник заправим. Не страшно. Так. Я, наверное, вот это просто пожарю, съем. Таким образом полечусь. Так. Так, как раз избавимся, немножко места освободим. Грибочки мне не помогут. Так, что-то мы с ума сходим уже, я так смотрю. И вот это немножко нам здоровье поднимет. Так. Так. А, давай, все. Нам место нужно освободить. Все, побежали. Ну ладно, блин, ну какого черта? Почему нету кроликов опять? Где в этом мире все зайцы? Большие зайцы. Странно очень. Давайте еще немножко пробежимся. Морковки растут, где зайцы? Так. Вот тут могут быть, вот тут могут быть. Что навряд. Опять же, не факт. Они могут быть где угодно. Так. А сходим с ума, потому что в пещере, да? Так, здесь нет ничего. А, собираем травку. Не знаю, по-хорошему накопать еще стак. 10 штучек может. Где-нибудь вот здесь вот. Так, где-нибудь сейчас сюда зайдем, посмотрим. А здесь и нету. Странно. Так. Осталось 10 дней до прихода циклопа эпического. Ну, как минимум 10 дней. Так. 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 Здесь я траву явно не буду собирать, поэтому
Тут какой-то закуточек непонятный, поэтому можно тут выкопать все это дело. И где-нибудь посадим на базе. Будем пытаться вытащить из травы гекконов. Так. Погнали дальше. Кстати, в пещерах, по-моему, не так холодно, как снаружи. Или, может, я ошибаюсь. Этот портал нам не поможет. А, кстати, нафига я трачу-то? Тут и так светло. Так. Как раз лопату можно будет выкинуть сейчас. Все, выкидываем. Я, наверное, сделаю две веревочки. Замучу себе еще один светильник. Вот так вот. Супер. Так, это сюда. Так. Фак. Нету. Пойдемте обычных зайцев искать. А, то, что я с ума сошел, не страшно. Так. Выход здесь. А, чем мне мешает? Черт. Пошли. Так, и дерева у меня нету, да? Заканчивается уже. Плохо. Ладно, погнали. Стой, стой, стой. Куда ты бежишь? Что за фигня? У меня что-то с кнопками происходит. Так. Пингвины. Зайцы, зайцы, зайцы. Где-то зайцев я видел. Вот здесь вот. Придется нам до туда добираться, за зайцами. Раз, два, четыре места, и вот освободиться еще. Все, блин. Ну, наверное, нужно так бежать. Либо проще до дома добежать. До дома тоже далековато. Червоточина переносит нас вот сюда, тут зайцев нету. Ну, это маленьких кроликов. А нам они нужны на шляпусник, да? А как раз освободим место. Что-нибудь повыкидываем. И... ловушки сделаем. Хотя вот, вот зайцы. Сколько тут? Один, два, три. Пожалуйста, скажите, что тут есть четыре. Да, все, супер. Так. Делаем раз ловушечку. Так. А я могу и четыре сделать. Мне как-то несложно. Два. Так. Три. Кстати, где у нас Макбивни? Черт, шепчут. Один где-то здесь был вроде бы. Ты где, родимый? Вот один здесь, а второй... второй где-то вот здесь вот. Ну, не, наверное, побегу я уже в следующей серии. Я забыл просто засечь время, когда у нас там метка. Давайте рассудок гному проведем. Забыл засечь время, когда начал записывать серию. И у меня такое впечатление, что она уже довольно-таки долго я тут сижу и играю. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, покушать есть, полечиться есть. Рассудок мы подняли. Так, где-нибудь около каких-нибудь елок встанем. Сейчас порубим аккуратненько все это дело. Да, порубим и... так, а кроликов сколько я ловушек сделал? Кто-то меня ударил. Что сейчас произошло? Кто меня... подождите, что... почему она кричала? Что-то произошло. Черт. Что за фигня происходит здесь? Никого же нет. А, вот, 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 наверное, ударил меня. Так,
еще одну ловушку поставим, утром как раз выйдем, они тут все кролики будут сидеть. Заберем их и все. Вот еще один. Вот тут дофига кроликов. Поставь. Раз, два. Три и вон четыре. Отлично, сейчас наверх встанем. Сделаем костер. Вот тут как раз деревья, отлично. Так. Фу, все, отлично. Так, кушаем, нас освобождаем. Рассудочек, я не знаю, там поднимем потом. Так. Это вот сюда. Место под кроликов есть. Ну, давайте на этом серию буду заканчивать. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. На моды тоже ссылки все в описании. Все, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.